Представьтесь, пожалуйста. Скажите, имели ли вы опыт киносъемок? Спасибо. А назовите каких-нибудь актеров прошлого или настоящего, которых вы можете выделить для себя, ну, как ориентиров. Интересная позиция. А тогда скажите, а вообще, как вы относитесь к кино? Что для вас кино? Так может тогда пусть случай это делает. Я стесняюсь. Все, стоп, пауза. Деревня. Лето. У бабушки в деревне. Веранда, большое окно, белая тюль, подсолнухи, цветочки, рассвет, речка, тишина, просто кромешная тишина и петухи. Я очень волнуюсь, потому что я чувствую сейчас к тебе какие-то чувства, не знаю даже, как описать их словами, но знаю точно, что эти чувства больше, чем чувства к другу. Можешь ничего сейчас не говорить, я знаю, что я тебя очень сильно шокировала. Просто знай это. Знай, что я очень дорожу твоим общением, твоим вниманием. И, возможно, мой типаж — это какая-то, возможно, ранимая, нежная героиня. Но точно не дерзкая, резкая, жестокая. Я всегда говорила, что я против того, что ты работаешь с этой... Неужели я хуже нее? Неужели я не стройная, не красивая? Да я вообще самая лучшая! Я не понимаю этого, неужели ты не учитываешь мое мнение? Она рыжая, ты хотел заменить меня ею? Это унизительно, это очень унизительно. Ты ничего не стоишь, ты ничего не добьешься, ты понимаешь это? Кто-нибудь тебе должен был уже открыть на это глаза. Я давно хотела тебе сказать, что твои картины, твое творчество полное. Тебя нет рядом со мной, я не вижу тебя в творчестве. Тогда где ты пропадаешь целыми днями? Я не понимаю, почему ты так реагировал? Мы же просто друзья, мы с садика с ним вместе. Разве ты не понимаешь, если бы что-то могло быть, это уже бы произошло, мы были вместе, не знаю, встречались. Ну, ты же понимаешь, что я давно его знаю. Я знаю дольше его, чем тебя. И, если честно, я не чувствую от тебя поддержки и заботы. И мне тяжело. И мне трудно это понимать и осознавать, но, наверное... Он ближе мне по душе. Прости, пожалуйста, я знаю, что тебе сейчас это неприятно слушать, но это правда. Это накопилось уже, не знаю, сколько-то лет, и мне трудно об этом говорить, но я не чувствую ничего внутри по отношению к тебе. Прости, пожалуйста, что вот так вот при таких обстоятельствах я об этом говорю. Но я не могу больше об этом молчать. И ты это видишь. Все, давай начинай. Все. Ну, уже не так, как раньше. Вот. Раньше была страсть, знаешь, любовь, возможно, даже. Но, а сейчас уже, ну, как-то надоело оно мне, приелось. Ничего нового. Даже не меньше, а тянется оно дольше, чем раньше. Не знаю. Раздражает своим поведением и как-то ведет себя то иррационально, то чересчур рационально. Ну, бесит меня ее поведение, то, не знаю, даже смотришь, да, на ее прическу, вот там, и что-то вот, ну, раздражает меня в ней, бесит.
Мне не нравится, что они вместе время вдвоем проводят. Раньше я доверял, сейчас, ну, не знаю, и без меня, ну, нету, не может быть дружбы между мужчиной и женщиной. Почему вот, почему так? Что это влюбленность, может, какая-то старая влюбленность, я не знаю. Но меня это жутко бесит. Многим людям сейчас гораздо хуже, чем тебе. А еще посмотри на других людей, которые вели такую же жизнь, как у тебя, которые начали терять связь с реальностью. Что с ними стало? Ты хочешь сидеть до конца своих дней в смирительной рубашке, питаться кашицей, общаться с психологами, ходить под себя. Ты просто меня не понимаешь, меня никто не понимает, я не буду ни с кем общаться. Объективно, не только я, твоя девушка так считала, твои знакомые так считают, но у тебя нет таланта. Вот давай признайся, объективная истина, я твой друг, и я тебе врать не буду. Что это такое? Поэтому давай прекращай заниматься этим. Заработать ты этим не сможешь. Ты сядешь в психушку, понимаешь? Ты сядешь в психушку, ты будешь овощем. Все, ты не будешь даже этим заниматься. Поэтому либо ты сейчас меняешь свой стиль и пытаешься найти себя в нем, либо ты занимаешься чем-то другим. Именно. А что значит нормально? Ну, впрочем, не об этом сейчас. Славный весенний денек. Только закончились школьные занятия. Девочки дружной толпой во главе с моей избранницей идут после школы. За ним двигаюсь я с портфелем, без каких-либо средств движения. Просто смотрю. Она главная, к ней обращаются. Не она обращается к ним. И даже если она обращается к ним, она делает так, как будто это им что-то нужно от нее. Вздергивает немного носик, так несколько презрительно, снисходительно. И волосы колышутся на ветру, длинный волос. Я приближаюсь к ней, надеваю маску, любуюсь видом сзади, смотрю на ее волосы, на ее попку, на ее походку, юную, невинную походку, еще видно, не познала первородного греха. Ее руки, они красивые, ухоженные, никаких грязных ногтей, а просто идеал. И я уже представляю, как она будет моей. Как же я буду? Естественно, прежде всего я буду выбирать. Я буду ходить возле школы. Ну и само собой, я выберу из этих девочек самую бойкую. Я выберу альфу класса, во-первых. Выбор пойдет только на такую агрессивную, в хорошем смысле слова. Ну, не обязательно в хорошем. Прям, ну, главную девочку, короче. Пусть она будет не самой красивой, но она будет самой крутой. Я буду за ней следить. Очень скоро она станет моей. Я не хочу ее им ломать, но, возможно, немного она все-таки сломается во всех смыслах. Да боже, мам, да зачем мне эта маска? Да, блин, мы живем в маленьком городе, у нас уже никто не носит. Ну да, ну и что? Но я не хочу ее надевать. Ты же понимаешь, что я все равно сейчас выйду? Даже если я ее возьму, да, хорошо, я ее возьму, но я не буду ее носить. Ой, да что ты начинаешь? Я все равно же уйду. Я уйду, ты что думаешь? Может, это вообще в школу не идти? Все, я сейчас просто дома останусь. Ну. Да я знаю. Ну и что? Хватит на меня. Что ты на меня кричишь? Я знаю, что надо. Здорово, круто. Да, ой, да все, короче, я пошла. Все, я поплыла. Рассказать. Ты сейчас ничего не слышала? Там, в подъезде. В общем,
мам, поехали в больницу быстро. Там мужчина, я не знаю, он был в маске, он шел за мной все это время и... Он догнал меня в подъезде. Я тебя умоляю, просто поехали в больницу, я не знаю, он... Мама, меня изнасиловали. Я шла домой, а он... Я не знаю, он то ли шел за мной, я не видела, он был в маске медицинской. Я думала, было светло. Мы зашли с ним в подъезд. И... Маски. Ты издеваешься? В смысле? В смысле он был в маске? В какой маске, мам? Ты что, с ума сошла? Да, он был в маске. Ты счастлива? Твою дочь изнасиловали, а все, что ты можешь сказать, что он был в маске? Ты даже не, ты не позвонишь в полицию? Знаешь что? Я не хочу здесь находиться. Я пойду, я не знаю, я ухожу. Я переночую у бабушки, я не знаю где, я не могу тебя сейчас видеть. Нет, это все не то, боже мой. Да какая разница? Тут как со смертью автора. Уже не важно, ничего этого не важно и ничего не даст. Актеры, да я даже... Какие актеры? Да в основной массе люди вообще не понимают, что они там из себя изображают. Они оценивают их как личности, как смазливые картинки. И уж тем более не важно весь этот диапазон мнимых чувств, якобы каких-то там переживаний. Да никому это не интересно. Это все обесценено. А кино? Ну кино же полностью себя дискредитировало. Оно исчерпало себя. Людям нужно сплошное насилие. Какое кино? Им это дает жизнь. Жизнь сама покажет, жизнь сама и смонтирует. Остается только созерцать это. Обычные люди, ну те же актеры, те же напыщенные, те же холеные, те же бездарные. Только случай может... по-настоящему шокировать. Случай может впечатлить. Пусть будет случай.